Всем привет, ребята! Как всегда, я Фёдор, и сегодня мы с вами соберем топовый инвентарчик за 100 голды, за 1000, за 3000, за 5 и за 10 тысяч. Смотрите этот ролик обязательно до конца, без перемотки, а мы погнали! На самом деле у меня не так уж и много голды на балансе, вот вы сами все это прекрасно видите, так что я вам просто буду показывать. Для начала мы берем топовый инвентарчик за 100 голдишечки. Начнем с каких-нибудь пушек, которые мы чаще всего играем. Начнем, примера, с М4. Начнем с М4, вот М4А1. Господи, приходится теперь ничего выходить. Что дальше? У нас еще остается дофига голды. Дальше мы можем купить какую-нибудь рарочку добавить. Ну вот петуха вот такого. Вот. Дальше мы можем сейчас купить Юспитрес. Ну, например, вот можно купить его. Так, и подобное. Ну, к примеру, его вот. Остается у нас еще так вот. Вот, примерно 75 голды еще. Так, господи. Дальше давайте куплю какого-нибудь АГРчика. М4. Так, интерарчики. Так, что-то. АГР. Вот, можно вот такой вот купить. Покупаем его. И также можно сейчас... Но если вы не хотите играть на эти деньги, можно на это, на нано. На М4 я вам посоветую примерно вот такой. Он и красивый, но и один из самых дешевых и рарочных. Он считает М4 демо. Давайте купим какой-нибудь F7. Так вот, купим сейчас вот эти. Они то есть так недорогие стоят, то есть так. Так как я любитель F7, я, наверное, куплю вот такой вот. Ну, если были деньги. Если вы не любитель F7, тогда вам советую купить сейчас. Ну, к примеру, такой тоже, только обычный. На так 9 вам советую купить вот такой вот стартрекочек. На принципе у нас остается совсем мало голды, примерно где-то 10-20. Так, сейчас вот надо еще к тому P350 купить. Сейчас. Ну, к примеру, вот такой вот. Но я считаю, что это хороший был инвентарчик за 100 голды. Переходим к инвентарчику за 1000 голды. Так, ну что ж. 1000 голды. Сюда можно даже уже и ножик купить. Сейчас какой-нибудь из дешевеньких ножиков. Хотя нет, тогда мы ничего у нас не получится. Не. Не получится ничего. Давайте тогда сразу возьмем с пушек.
Начнем сразу с Аркана. Не будем покупать стартрек, чтобы так дорого не стоило. Пожалуйста, вот М4 Самурай. Акачи сейчас надо вот 300. Тоже 400 голды у нас потрачено. Меньше половины. А теперь вот. Еще плюс 300. Значит, получается у нас еще, значит, 300 голды остается. Можно купить еще его юспик, если вы играете с юспика. В принципе, примерно мы топовый тачек этот сделали. Можно же вот фамас купить. Лично я фанатик команды за новой коллекции, так что я хочу купить себе именно такой же команды, тем более недорогой. Почти 1000 стоит всего лишь до голды. Также мы можем купить себе все те же самые пушки.
Ну вот, в принципе, мы с вами собрали задачи на 3000 голды. Может быть, даже чуть-чуть побольше. С Тихоном Кайвену за 5000 голды. Бабочку не надо покупать. Нужно это выбить или керамид, или бабочку, или какой-нибудь свой нож. Это просто я показала случайно бабочку. Ну и, в принципе, все, мы собрали инвентарчик за 5000 голды. Переход к инвентарчику за 10000 голды. И все-таки АВМ покупать такую не надо, очень дорогая.
все, что здесь находится, можно купить. Ну и вот, в принципе, ребятки, мы собрали с вами инвентарь за 100 голды, 1000, 3000, 5 и 10 тысяч голды. Если вы хотите таких же подобных роликов, или чтобы я собрал инвентарь за 15 тысяч голды, тогда мы должны набрать под этим роликом около 50 лайков. С вами был Федор. Всем пока-пока.